кстати, насчет членов семьи, как, допустим, сестра и все родные восприняли новый проект? Вы вообще советуетесь с родными, когда принимаете то или иное решение, соглашаетесь на ту или иную роль или нет? Я с ними делюсь, я им рассказываю, но советы не спрашиваю, потому что они в этом ничего не понимают, первое. И второе, они гордятся мной. Как можно давать советы человеку, которым они гордятся? Они просто гордятся, восхищаются мной, уважают меня, особенно племянник Иван. Вот, и они меня любят, вот, боготворят. Чего им советоваться? Но 22... Это я их, как зануда, отдергаю. 22-го пойдут они в театр Моссовета? Нет, не пойдут? Не приглашаете? Не приглашаю. Ага. У меня есть маленький страх, что я еще в этой истории не созрел для того, чтобы меня сожрать. И критикам не советую, никому не советую. Угу. Хотя премьера, билеты проданы. Так. Это мы говорим про театр Моссовета, про 22 ноября, про римскую комедию. Да, будет премьера. Да. История-то уникальная. В чем? Чем? Угу. В чем уникальность? Дело в том, что римская комедия, в скобках «Дион», пьесы написаны в 60-х годах, во времена оттепели. Угу. И с тех пор не думаю, что она где-то когда-то ставилась. И взята она в юбилей Леонида Зорина, автора пьесы. Юбилей предстоит художественному руководителю театра Моссовета Павлу Хомскому. 90 же ему будет, ну, да. Будет, в январе будет юбилей Тараторкину Георгию Георгиевичу, а он репетирует роль Диона, да. Ага. А я вот Домициан шелками перед ним там верчу-кручу. Так что уникальная история, история очень современная. История о власти, история об окружении власти, история о людях, которые по-разному относятся к этой власти, к переменчивости этой власти. Но кажется, ой, опять власть. Нет политики. Будет игра, будет бурлеск, будет много яркого, алиповатого, пошлого даже. Знаете, у меня было ощущение после оформления бланком, Борис Бланк оформляет этот спектакль, ощущение какого-то захламленного антикварного магазина для гулливеров. Вот, костюмы Вита Севрякова в борьбе с этой декорацией придумала свои костюмы. Так что это будет очень красиво, мощно, торжественно и немножко страшно. Наверное, вот этот страх я буду возглавлять. Император Домициан. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».